Президент Федерации спортивной борьбы Кыргызстана Мелис Тургунбаев принял участие в заседании Исполнительного комитета Объединенного мира борьбы Азия. А чем они по ходу, наверное, в заседании подключатся? Надеюсь, у вас и у ваших семей все хорошо. На повестке дня было 11 вопросов, которые и были обсуждены в ходе заседания. Это отчеты за прошедший 2023 год президента ЮВИ Азия Даулета Турлыханова, отчет членов исполнительного комитета и отчет департамента развития. Также был обсужден календарь на 2004-2025 годы, финансовое положение на 2023 год и бюджет на 2024 год. В ходе заседания Даулет Балатович особо отметил Федерацию спортивной борьбы Кыргызстана и высоко оценил организацию и проведение в Бишкеке чемпионатов Азии по двум возрастам, а также международного рейтингового турнира. Я бы хотел этот один вопрос, Олджасу хотел этот обратиться. Побольше нам бы борцов ковров вот, олимпийских. Вот, мы письмо обращались. Вам надо мисс Байке обратиться на руководство ЮВИ господину Нену Лаловичу. Вот. Мы постараемся походатайствовать и помочь чем-то в решении ваших вопросов. Ну а в заключение были названы лучшие спортсмены и тренера по итогам 2023 года. В итоге лучшим борцом греко-римского стиля был признан иранец Амин Мирзазаде, лучшим вольником Ахмед Тажудинов Бахрейн и в женской борьбе японка Акари Фудзинами. Тренером года в греко-римской борьбе стал главный тренер сборной Кыргызстана Азат Эркинбаев. В вольной борьбе наставник иранской сборной Пижман Дарасткар. И лучшим тренером женской сборной стал тренер японской команды Ре Канихама. Ну а лучшей федерацией 2023 года была признана Федерация спортивной борьбы Казахстана. Ну я думаю, что Казахстан это постоянно там... Вот сколько лет подряд и турниры рейтинговые, там, и чемпионаты Азии, потом случай вот с Индией, там, за короткое время такой чемпионат среди взрослых организовать, тоже очень много труда займет. Поэтому я поддерживаю Казахстан, вот. Я думаю, мои коллеги тоже поддержат. Казахстан! Поджигай! Уважаемые коллеги, я хочу вас поблагодарить, да. Хотел бы поздравить вас с наступающим 2024 годом. Хочется пожелать, чтобы в нашей работе мы достигли очень многого и были лидерами среди вот всех континентов Африки, Европы, Америки и Австралии. До скорой встречи в Бишкеке! And see you soon in Bishkek!